расхода и превратил солдат армии короля в фарш. Нахер танки! Забудьте все то, что я говорил когда-то про них. Теперь я хочу слона! Эта громадина поднимала солдат хоботом и швыряла, как тряпичных кукол. Как же это было круто! Что-то я весь на эмоциях, но реально, ничего потряснее я в жизни не видел. Не хватало только мощного гитарного запила. Нет, вычеркнем это, и двойной радуги на небе, и единорога сверху. Настолько это редкое явление. Чего бы мне напрягаться? Малый, ты там не устал задавать тупые вопросы? Мы же вроде воюем. Если поможешь, организуем мини-вендетту в стране, где тебя никто не любит. И это, тебе тут письмецо. Эй! Ты где там? А, блин.
от Министерства внутренних дел. Thank you.
Прикрой! Я перезаряжаю! Вперед! Противник наверху! Ты сдохнешь! На месте. Так, я при облете запалил пару снайперов. Зовите ими. Ты ж помнишь, брак у нас один на двоих. Чем меньше у Пейгана людей, тем легче Золотому пути будет захватить аэропорт. Ага. Чуть не забыл. Не высовывайся. Представь, что ты республиканец Сан-Франциско. Не спалить, усек? Мне надо будет перейти сейчас с офицером в аэропорту. И про тебя ему знать совершенно не обязательно. Как закончишь? Выходи на связь. Водитель, небось, набрался по дороге и застрял. Не смешно, у нас и так дел по горло. Можно садиться, о снайперах я позаботился. Отлично! Иду на посадку. Давай на вышку. Как будешь там, свяжись со мной. Я на месте. Прикрой на всякий случай. Заскочу к ребятам на пару слов, а там встретимся. Если они заортачатся, я подам сигнал. Какой сигнал? Услышишь рейгономика? Вали без разбору, пока всех не перебьешь. Рейгономика? Понял. Я останусь на связи, но тихо. Помехи мне не нужны. Этот парень, он немного нервный. Ясно? Ясно. Ладно, поехали. Вот, все привез, как вы и просили. Новый план. Не понял? Новый план. Юма велела доставить тебя к ней. Вы шутите? Нет-нет, мы же договорились. Ничего не знаю и знать не хочу. Ты пойдешь со мной к Юме. Давайте это как-то решим, ладно? Все, нечего здесь больше решать. В моей стране уговор есть уговор. Его нельзя нарушать. Долларом клянусь. С меня довольно.
Ты слышал про рейкономику? Это взвешенная монетарная политика? Лакей, парни, приближаются с севера! Проснись! В меня тут стреляют! Эй, я пули пробиваем! Вытащи меня! Слышал про рейкономику? Эта взвешенная монетарная политика укрепила налоговую систему США. Проснись! В меня тут стреляют! Лакей, парни, приближаются с севера! Враги идут с юга! Займись ими! Лохи, там ты уснул? Прикрыть значит прикрыть меня! Ублюдки приближаются со стороны гор. Слышал про рейкономику? Эта взвешенная монетарная политика укрепила... Проснись! В меня тут стреляют! Лакей, парни, приближаются с севера! Враги идут с юга! Эй! Я пули пробиваем! Вытащи меня! Эй!
Ветер! Плохие парни, под... становится жарковато! Бегу в сторону склада! Прикрой! Ты слышал про рейгономику? Это взвешенная монетарная политика укрепит... Брось! В меня тут стреляют! Плохие парни приближаются с севера! Враги идут с юга! Займись ими! О, нет! Становится жарко! Эй! Я пули пробиваем! Вытащи меня! Ой! Ублюдки приближаются со стороны гор! Ты уснул? Прикрыть значит прикрыть меня! Стороны не слышно взрывов и выстрелов. Кажется, вокруг тебя чисто. Ищи меня на складе. Хоть повидаемся наконец.
За 25 лет я так и не понял, от чего этот запах. От мусора или от гниющих надежд? Какой еще запах? Избавляемся от маскировки. Так, и кто ты такой? Как так? Вроде американец, а пользы как от зонта в ливень. Не чета прошлому напарничку, которому постоянно подгузники менять приходилось. Хотя сходство есть. От патриотизма вас обоих распирает. Того и гляди, яблочный пирог через поры полезет. От зонта в ливень? Я из Лэнгли, агент Уиллис Хантли. Лэнгли, ЦРУшник. Информация о том, кто убил твоего отца, подшита где-то. И где оно? На том взлетающем самолете. Вот блин! Держи! Может пригодиться. Понимаю, папка у тебя. Да, и тут ни хрена нет. Засекречено. Хочешь больше инфы? Заткнись и сделай кое-что для меня. Глядишь и узнаешь что-нибудь. Ладно. И что мне делать? Я намерен прикончить Пейгана и Юму, раз уж местные облажались. Я думал, вы тут спецы по партизанским войнам. Мы? Золотой путь все делает не так. Я покажу им, как воевать. Шаг первый – дать аэропорт. Шаг второй – нанять Аджая Гейла. Это ты. Как будешь готов, заходи. Ах, да, и не говори Золотому пути о нашей сделке. Им это знать незачем, поверь. А теперь извини, мне нужно идти. Дела зовут. Охренеть, тупо сраная яма? Больше половины колоколен Кирата. Что значит, у нас больше слушателей, чем когда-либо. Поверить не могу. То есть мы растем гигантскими темпами, и вы, ребята, которые включаетесь в программу, угроза. Это не лезть. Вы потрясающие. А из меня радиодиджей получше, чем из Пейгана, уверяю вас. Я музыку чаще ставлю и не мелю всех гибрид. Я знаю, что у Кирата полно проблем, а еще эти недоеды, злобные ублюдки. Но я перемежаю горькую правду сладкой музыкой. А чего еще нужно от радиопрограммы? Что до того парня, который освобождает колокольни, я твой должник. И еще какой должник. Ты можешь прийти и получить от своего Раби Райрана и все, что захочешь. Например, я могу поставить тебе несколько песен. Любых, каких захочешь. Даже если они не особо... Даже если ты попросишь поставить Никельбек. Я далеко не фанат никельбеков. Но если ты попросишь, то для тебя я их поставлю. Назови, я сделаю это для тебя. Это всего касается. Поверь мне, у меня нет предрассудков, совсем нет. Когда Ишвари меня покинула, настали темные времена. Да, в юности я был жесток. Тогда я и заслужил свою славу. Я убил прорву невинных. Устроил гонение на религию, провел денежную реформу, и все сбережения народа сгорели. Да, я купался в крови яков и нюхал кокс с недорожками от трассы. Но! Я изменился.
Посмотри на меня! Я поднимаю эту страну с колен! Я на пике, Аджай! На пике! Вот дерьмо! Как здорово! Отлично! Надо отогнать фургон в нужное место. Я покажу на карте, где его остановить.
Всем разут глаза! Проверьте все! Найдите, в чем дело! Мои друзья у них в заложниках. Спаси их. Я разберусь. Нур мертва, а ее крепость под нашим контролем. Армия на юге ослаблена. Прекрасно, сын Махана. Рано и ясно.
иначе я денег не получу. Убить его! Не злись, пари. В следующий раз соберем кого-нибудь более ценного. Зачем сразу тем убить? Хватит нежности! Убить его! Что было? Стив, денег все. Или я сам убью. В этот раз я точно слышал. Благодарю за спасение этих людей, брат. Чем меньше будет у Пейгана рабов, тем меньше денег он сможет потратить на войну. Так, надо выпить. Я думала, нам кранты. Орел! Берегись, соседи! Берегись!
Нам этой дрянью дышать не стоит. Это медоед! Беги! Медоед! Медоед! Осторожно! Мы вместе! Мы сильны! Что? Проклятие! Медоед! Thank you.
Итак, это Аджай. И? Гейл. Хёрк, это я. Чего тебе? Я пошел за другой статуей, и меня едва не поймали. Ну, то есть как? Меня таки поймали. Вытащи меня отсюда, чувак, я в плену. А как ты вышел на связь? Бонго второй. Да, я снабдил его радио. Радио обезьяна, оставайтесь с нами. Слезно просим. Отбой засекли. Тебя будет просто! Разобрался с гадами? Круто! Давай сюда, у меня есть идея! Ты хочешь спасти всех животных? Нет, только слона. Он заметный. К тому же, один спасенный слон засчитывается за многих мелких тварей. Ну, например, за 500 обезьян. Ты всех убьешь, а я освобожу слона. Мы идем с севера! Эй! Залезаем на Джамбо второго и сваливаем отсюда, размахивая пушками, как ковбои. Джамбо второго? Нет, про Джамбо первого мы говорить не будем. Надеюсь, он сейчас в лучшем цирке. Что? Забудь. Давай, я веду, ты палишь. Тату, братаны, навсегда. Порвем их!
Будь другом, помоги, а? Ага. Вот так. Так, знаешь что, хватит с меня. Все норм. Убери бороду с моей шеи. Чувак, у этого слона на спине две жопы и четыре яйца, а ты так из-за одного члена разорался. Твой член меня не волнует, а вот борода колется, не ты чей в меня. Извини, чувак, а с членом тебе нормально, да? Его убери. Не вопрос. Я думал, ты поведешь. Планы изменились. Ты ведешь, ты палишь, а я тебя вдохновляю. Сзади, кстати говоря, тоже ничего, есть свой кайф. Что-то не то сейчас сказал, извини, если что. Да, без патронов нет веселья. Чёрт, куда мы едем? Вперед, наверное. Наверное? Чувак, это гипотеза. Ты физику в школе учил? Еще враги, братан! Патроны, чувак! Плохо-то. Ух, так, ну, вроде получше. Может, ты и прав, может, и выживу еще. Да, вроде я живой. Все типа в порядке. Извини, был напуган. Я за статуей, а тебе со всем этим дерьмом разбираться. Thank you.
соусом не хочешь приправить? У нас тут охрененная банья старого доброго соуса. Ты с обезьянами разобрался? Ну, ты знаешь, со слонами у меня все ништяк. Но вот обезьяны, похоже, им нужно чутка больше внимания. Обезьяны, они прям умные. Ну, никто же не снимает планету слонов или Джамбо-Конга, или там царя слонов. Все сплошь про обезьян. В общем, как найдется последняя статуя, тут я им и устрою тату «Братья 2. Возвращение Хёрка». Окей? Да. Я знал, что ты со мной. Вместе навсегда. Родственные души, да?